Ложил ее вот так, ну, на пол между табуретками и стеклом. И все, чтобы, ну, освещал. А для чего это делали? Ну, чтобы нарисовать водяной знак. Водяной знак на чем? На 200. На 200 как конкретнее. Это какие были? Это были гривны, доллары, евро. Гривны. Гривны, да? А это, на камеру. Таким способом, сколько вы денежных средств изготовили? 1000 гривен. 1000 гривен. Сколько вы успели сбыть? Одну сбыл и вот одну не успел.